Всем приветик! Ура! Опять свалка! Я сюда приехала искать клад опять. Ну, в смысле в том, что немножко отдохнуть, то есть поднять себе настроение. Вот. Посмотрим, что сегодня здесь выбросили. Вместе с вами будем рыться, пороемся на свалке. Никогда обычно не знаешь, что найдешь. Ой, стреляет по-настоящему. Как его заводить? Так-то. Пульками, мне непонятно. Да. Свечка, внутри свечка вставляется. Да. Какая интересная штуковина. Это как это, наверное, на стену вешать для декорации. Очень красивая. А вот еще одна. О, прям такой дизайн. Это может быть по краям картины, может быть, даже повесить. С одной стороны картины, и с другой стороны картины, как рамка. Красивая. Но здесь сегодня есть хозтовары, игрушки и одежда. Вроде бы все. Это, наверное, свеча. Какой-то слоник. Надо будет в следующий раз прийти с Сергеем сделать видео для его канала. Всем понравилось наше совместное видео, когда мы вместе искали клад. Даже легко было, потому что Сергей все сам переворачивал. И я просто телефон держала, снимала видео. Да, очень было хорошо. Надо почаще вместе ходить. Просто это полочки от холодильника. От холодильника полки. Да, просто надо искать подходящее время, чтобы вместе идти. Картина в ванную. Из витражного стекла сделанные такие для свечек. А это, наверное, для лампы, наверное. Красивая. Как-то наверх одевается, скорее всего. Только куда его? Да, очень красивая. Витражное стекло. Холодильник разобрал. Одни полки от холодильника. Странно. Корзинка уже. Это ваза большая, красивая. О, это Ле Крюсет. Дорогая эта фирма, дорогая, я возьму это хлеб, выпечка, наверное, хлеб выпекать, скорее всего. Да, может, для продажи, для себя возьму. Хорошее качество. Компания не дешевые там у них эти все штучки для кухни. Не дешевые. Недавно этой фирмы я продала Butter Keeper, такой беленький. Это, наверное, тоже для кухни. Или, может быть, вазочка. Стопа
золотые. Уже облезшие. Папки оформлять альбом для фотографий. Хорошо, хоть погода улучшилась. 2 дня была жара такая неимоверная у нас. Не знали, куда прятаться от жары. Так как-то непривычно, конечно, для нашего климата. Цветы какие красивые. Как будто настоящие. Всякого непонятного всего. Ой, это какой-то garlic baker. Garlic baker? О, это выпекать чеснок. Чеснок выпекать? Интересно, интересно. Наверное, roasted garlic делать. Roasted garlic. Туда ложишь чеснок, закрываешь. Ставишь в духовку, и он выпекается. Первый раз такую штучку вижу для чеснока. Баночка. Без ручки уже. Много таких бутылочек, корзинка, карамел свис смесс, а это горячий шоколад. Это пайрекс с крышечкой, не знаю, пока положу, посмотрю. Очень удобно такие штучки с крышечкой. Свечка. Provence. Made in China. Просто чашечка. Это что-то отбитое. Pure. My Little Pony. The Movie. Какой-то кошелечек. Может, кисточки складывать. А вот это NutriBullet. NutriBullet, Magic Bullet. Это такая штука. Одеваются такие чашки с ножом, и там можно делать салса, такое всякое смузи. Режет овощи. Называется NutriBullet. Или Magic Bullet. У меня дома такая есть. Что за пингвинчик такой интересный? Откуда-то отвалился, наверное. Такой смешной. Я, может, возьму для Джанджо. Блокнотик. Сердце. Пингвинчик интересный. Следующий ряд хостоваров. Кто это такой маленький? $5. Это из Таргета.
какая-то медаль. Лошадка. Окей. Интересная вещица. Наверное, фрукты здесь складывать. Или просто для красоты ставить. О, это Stampin' Up. Штампик Stampin' Up. Смотрите. Washi tape. Это для футбола. Flexicones. Это что-то такое. Это уже старинная технология. А вот еще Stampin' Up. И это Stampin' Up. Я возьму. Какой-то органайзер. Что-то организовывать. Свечка. Париж. Коробочка для хранения. Какой-то сундучок. Уже порванный. Ничего нема. Ничего нема. Water shut off. Что-то для того, чтобы воду выключать. И чтобы вода автоматически выключалась. Окей. Кружка. Буртон. Буртон и Буртон. Буртон и Буртон. Буртон и Буртон. Окей. Что дальше здесь есть? Главное не забыть тележку с собой вести. Муку просеивать. Shirt boxes. Коробочки для подарков. Это прямо декорация на осень. Такая тыква. Ого, $29.99. $30 за такую тыкву. Никто не купил. Она оказалась здесь. Такая металлическая. А это что такое? Какая-то коробочка поломанная. Так. А здесь что? Ничего такого. Ой. А это лампочки. Лампочки. Окей. Тоже тыква. Так. Ой. Ого. Это целое это. Надо закрыть, чтобы не выливалось. Целая банка пузырей. Мыльная вода. Чтоб пузыри пускать. Пустая коробка. Где ничего нема. Вот такой пупсик. Немножко страшненький. Замыцканный. Картина интересная. Девочка-ангелочек. И девочка, еще собачки. Интересно. Тики. Какой-то тики. God of money.
Бог денег. Ого. Бог денег. Ушко отбито. Тут еще какая-то есть описание его. Окей. Это деревянная коробка без крышки. А вот крышка на коробку. Это что-то здесь находится. Storage bags. А это кулечки для молока. Окей. Если молоко замораживать. Домики. Это игрушки на елку. Вот там еще другой домик есть. Вязание крючком. Это ручная работа. Красивая. Красиво. Зеленый. Обезьянка смешная в Гавайи. Вазочка какая-то. Save your made in China. Какие-то куколки. Ой, какой смешной. Где-то волосики не так растут, как надо. Смешной. Вот еще какая-то куколка. Одна куколка лучше другой. Ладно, это. Little people. Это little people. Okay. Душевка. Душевали красиво. Ложечка. Корея. Stainless steel. Ой, собаки разные. Какие-то мочалки. Что это за мочалки такие? Спанджес. Спанджес. Окей. Мячик. Волейбольный мячик. Мячик. Хороший мяч, хороший. Футбол. Ничего нема. Ого, какой. Это старый. Точно винтажный ботинок. The gourmet chef. Okay. Звездочки, наверное, для подделок.
Интересно, сделали весло такое. Весло и эти. Вешалки. Крючочки. Такой водопад. Это водяные краски, да? Очень красиво нарисовано. Вроде бы оригинально. Да. Красиво. Какая-то статуэтка. Walt Disney Showcase Producer Nesco Ariel. Disney Traditions Jim Shore. О, это Jim Shore. А, это Jim Shore. Надо взять. Вроде бы в хорошем состоянии. Да, я эту возьму. Тут, наверное, даже... Может быть, она даже была... А, вот, они вытащили. Вытащили из этого из коробочки. Сейчас надо обратно сложить. Кола-кола. Винтажная картинка. Пиндикушка. Pearl Girl. Не могу поднять. Не могу взять перчатками. Какая-то ерунда. Ерунда. Окей. Опять с холодильника полки разные. Такое детская игрушка Fisher Price. Какого это года, интересно? 70-го, made in USA, сделано в Америке. 1970 год. Это коуч. Да, это коуч. Надо взять. В хорошем состоянии. Коробочка для очков. Чехол такой. Петушок. Еще одна. Там была другая такая кружка. Это, наверное, для супа. Да, скорее всего, что это для супа. Такая кружка. Boeing Type Certifications.
что-то страшное. National Aviation Academy. Окей, окей, окей. Вау. Песик интересный. Ice cream maker. Да. Что еще здесь такое? Какие-то замки. Это, наверное, занавесы. Нет, это такие. Для шкафчиков, наверное. Майнкрафт. Ой. Heritage. Птичка заманчивая такая. Интересная птичка. С таким ключиком. Да. Свечки, шампура для шашлыков. Вот это зарядка. Мультика. Вот это что такое? Чунь фатшит. Фатшит. Это $1. Это на маленькую кровать. Простынь. Простынь можно взять. Шорты такие. Fun services made in Taiwan. Made in Taiwan. О, это, наверное, как оно называется? Пепельница, да? Видно, что это пепельница, как будто. Винтажная. Уже винтажная. Красивый. Такой индеец. Посмотрю. Потом поближе посмотрю. Янки Кендл. Для свечки. Цепи для машины. Привезли шмотки. Пойду посмотрю, может быть, что-то найду. Где, там, где игрушки. Хотя вряд ли. Уже там много всего. Тут все перебрали. Так глянуть можно. Сегодня. Еле парковку нашла. Много народу сегодня. Ну хорошо, что больше не выгоняют из этого. Хорошо, что больше не выгоняют из магазина. Ну, как раньше, надо было каждый час выходить. А сейчас же правила поменяли. И намного лучше стало. О, это пазл. Еще в упаковке. Вот это да. Надо брать, я возьму на продажу. Это хороший пазл. Такие качественные. О, вот еще один. Вот это, да, еще один. Кто-то, наверное, смотрел, а потом выбросил обратно. Я возьму, да, тоже на продажу. Так, что здесь? Christmas wrap.
такая украшение. Так. Вау, какая красота. Spain. Hence Pedraza. Microwave dishwasher safe. Сделано в Испании. Handcrafted in Spain. Это, наверное, ручная роспись тоже. Окей. Положу пока, потом позырю. Так. Hidden Power of Woman. Книга. Окей, окей. Так. Что-то здесь игрушки, все в перемешку. Ой, какой зайчик. И маленький еще и заяц. Такие пушистые, такие хорошенькие. Славные зайчата. Вот еще заяц. Один лучше другого. Ой, какие-то наклеечки. Это, наверное, что-то здесь. А, это рисовать. Рисовать и клеить. Окей, окей. Понятно. Наверное, долго здесь не буду, а то жарко. Сейчас поеду в магазин за молоком и да, на почту поеду. Дел, конечно, куча, хватает, что делать. Надо все успеть. Это такая штучка интересная для деток. Кубики даже на колесиках. Для детей столько много всего интересного. Столько много производят всяких развивающих игр. И пазлы. Всякие интересные такие игрушечки. Что хочешь есть? Что хочешь? И это же все покупается новое. И это не дорого. Это дорого. Новые игрушки постоянно покупать, это дорого. Это разрисованные. Это карандаши. Коробочку разрисовали. Санки. Такие пластмассовые санки. Вот гири. Я не представляю, сколько они будут стоить на вес. Но, может быть, для такого именно тяжелого, для таких тяжелых вещей, я думаю, что есть у них отдельная цена. Ой, это вообще тяжесть. Ничего нет. Это Яктракс. Это ходи, да? Вак. Чтобы не скользила нога. Одевается на обувь. Куколка хорошенькая. Даже у нее цепочка есть. Какой велосипедик. А, там эта ручка складывается вверх. Эта ручка под низом вверх поднимается. Это такая постилка, это для йоги. Кто йогой занимается. Или просто так сидеть. Домик деревянный. Это как Томас, но это не Томас. Это вроде бы подделка. Да, это не Томас.
Не знаю, для чего это. Кружечки. Спасибо всем за ваше внимание, кто смотрел это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Это уже как вам решать. Комментарии пишите, конечно, я всегда читаю все ваши комментарии. Все, буду говорить до свидания, до скорой встречи. Ждите новых видео. Надеюсь, что вам будет интересно на моем канале. Всем пока!